Раз, раз. Ага. Алло, здравствуй, здравствуйте. Я Зартунг Безнуни. Я сегодня бился в эфире для своего русскопонимающей публика, который русскопонимающий, и говорился, который на русский. Я, в общем, сегодня, вон, Саш, она позорья, очень хотел себе с вами говорились мы, чтобы о звезды. Звезды, да. Но перед того, как начать, я, в общем, тут приготовил вот так тут свеча. Горели яркая свеча, бан, в общем, это, да. Чтобы, бан, для романтизм, бан, или чтобы был у нас с вами наш, бан, этот общение, был, романтика был там, или, в общем. Сейчас я его зажжёлся. Ой, Хоросалев. Хоросалев, в смысле, бан, или папине солнце, бан. Сейчас, секунду, это он... Дядя Галка вообще не работал. Сейчас, секунду, бился я сейчас. Нет, в общем, вот еще один. Посмотрим, этот зажигалка такой же дурак, как и тот. А, нет, вот видите, он умный. Оказался вдруг. Сейчас зажжёлся. Ага, вон он, зажжёлся. Это все настоящее, это не... Фейк, мейк, это зомби-момби, это все четко настоящий, бай. Хорусалев, халецарам. Вот здесь, посмотрите, что сделался. Он как плавился, как плавленый сирок у вас, или? В общем, я так кладу, чтобы вы виделся, ну, в общем, так буду держаться. И говорить мы будем о звездах. Ну, разные звезды, если на небо смотришь, полно звезд, или? Там Солнце, Юпитер, Мупитер, бан. Даже бан этот. Это венерологический, венерический. Это Венера, бан, это все. Звезды. Ну, сами понимаете, они все светятся. Ночью, когда ты смотришь из окна, бился на небо, он весь в этом честность, но все баналистность. Как будто это платье какое-то, все такое светится, бан. Там. Хотя там есть и фейк, такие звезды, бан. А. И мы как бы говорили о 10 таких крупных звездах, десятка лучших звезд в мире. Но Солнце есть Солнце, мы все понимали, что это он нам дает тепло. Скажем, это фигня, это не дает тепло, а то он дает. Он этот Солнце, или этот наш брат большой, старший брат. И разные бывают, ваши звезды бывают и по жизни. Например, ваш этот банет. Филипп Киркоров, он как бы, да, такой высокий звезда, ходит туда-сюда. Потом есть эти рок-звезды. У нас это называется рок-евроль. Это по-вашему рок-н-ролл, или? Бывает рок-звезда, бан, такой, я не знаю, Спитак Чайко, бан. А бывает поп-звезда, поп-звезды. Тоже звезды эти с космосом связаны, да. Но звезда наша сейчас здесь. Здесь и сейчас, короче, это поп-звезды бывают, но которые, в общем, у них попа так светится, как звезда, да, и попа взрывается иногда от того, что она светится. И вот тогда вот эти астрологи говорят, большой взрыв. Это большой взрыв, это от того, что эти попы светятся, светятся, и, естественно, в один прекрасный день они лопаются, и эта попа разрывается на части. Но, скажем, зарубежные звезды – это туфта вообще. Эти Стиви Вандер, Мандерман, он же слепой был этот, он. А как слепой может писать хорошую музыку? Он не может, если он не видит музыку, он как может написать? Это все фейк. И он же должен записать эти ноты. Что он, дурак, что ли, если, скажем? Это то же самое, что если ты скажешь, бан, глухой, Асенкбан, художник, артист. Глухо как может художник быть глухим? Если он не слышит зов природы, он не может взять этот кисточка и так
Бамельсы хазбазель, хазбазить. Хазбазить он не может, потому что это должно быть сверху, как мы же о космос говорим, это все сверху так это капает на наши эти башка, и мы вдохновение приходит этот самый момент истины. И мы берем эту кисточку и начинаем. Я тоже так же делал, когда ремонт делал наш дом, и вообще не только наш дом, Пешак Сатни. Я брал кисточку, и это вдохновение, бам. Я начинал красить эти сцены имени, бам, всех этих соседей, мадзедей, всех вообще, лифт, мифт, красить вообще все. Я такой хороший, я вдохновленный, бам, или пиначи, в общем, ремонтчик. Я что хочу этим... Этим свеча я хочу выпить за вас и как бы вам пожелал вообще, чтобы у вас тоже было много звезда, бан, эти ваши, а, эти Киркора, Мирко, это бана, или туина, или это как бан, яд, они яд, понимаете, они для вас яд, они вас так яд, они капался на вас голову. И вы вот так их слушался, я поднимаю свой свеча, бан, тен стуфта, муфта, бан, или глазу. Да, Марина Сенк, для этого вы... Короче, у вас нету хорошей эстрады, как у нас. У нас такого звезды есть. У нас есть один Магер, Ахбет. Он не только поет вообще, он может пешком, Ахбет, из другого города вообще пешком идти. Да, другой город, и там после всего этой дороги он может подойти, когда он дойти до этот Мадинадара, и он может сел и вообще ничего не кушал. Годами, хоски. Вот 3-4 года он вообще мог вообще ничего не есть, потому что у него есть некий бог, это внутренний монолог, бан. Внутренний митинг, Ахбер, Нелькин Бог, внутренний митинг, и этот парень, вот это звезда, это я понимал, что звезда, ваш Киркоров может вообще пошел там куда-то вообще пешком идти, а он даже в туалет пешком не ходит, он бана лимузиновая, там, это, так что вы должны научиться у нас хорошо себя вести, у нас Микич, он говорит, здесь тесац паек, Микич, или Ахбер, я хочу сказать, вас видите, как вы что-то видели по жизни всесоюзного масштаба, здесь мечтай соцпайк. Это чертай с чином. Ну что ж, мои дорогие подписчики на русском понимающим, русскопонимающие мои друзья, русскопонимающие, я вас очень ценю, да, я вас всех целую, обнимашкам, обнимашкам, и как бы встречаемся в то же время, в тот же час мы с вами потом уже поговорим о разных вообще темах, мимо, там, как делать кебаб, мабаб, в общем, такие вселенские, такого, какие-то масштабные, объемные темы, мэнк, дзерет, кашошапэнк, то есть мы с вами будем так трогаться, эти темы, вот так трогаться. До свидания.